Алиэкспресс веб-камера, какую я заказывала. Картонная, обычная, обклеенная. Там посылка какая-то. Вот. Что-то по их. Вебка пришла. Чего-то. Вот такой вот сумочки. Хотя там она не была нарисована, эта сумочка. Пришла в такой сумочке. Два отдела. И в третьем отделе ремешочек. Вебку я заказывал не дешевую. Веб-камера $30 стоит. Как она фулл-HD-шная. Вот сама вебка. Такого вот она размера. Вот видим, да? Такого вот она размера. Full HD. Такая прищепка какая вот гнется. Пинается. Внутри видно проволока, как хотим. Вебка сама устойчива очень. Регулируется очень устойчиво. Туда-сюда, вверх-вниз. Очень хорошо так. Туго, ну хорошо. Вес у нее приличный. Единственное, что фокусировка там была написана. Автомат. Автоматический фокус. На самом деле не автомат. Надо вот подрегулировать таким образом. Запись ведет неплохую. Попробовал через одну программу. Сначала не понял. Через вторую 3:4 было разрешение. Никакого Full HD не было. Что-то непонятное. Потом скачал еще пару прог. И все нормально для записи с веб-камеры. Широкий экран, широкоформатная, 16:9. Хорошее качество записи. У меня правда Full HD. Ну, ничего так пойдет. Вот такая вот веб-камера. То есть нужно смотреть там внимательно и, не знаю, буду делать отзыв денег или нет, но может часть какую-то вернут, хотя бы $5 из 30 или как, потому что там было написано автофокусировка, хотелось именно Full HD-шную камеру с автофокусировкой. Она мне понравилась такая, она там была самая дорогая из всех, что на тот момент были на Алиэкспресс. Вот купил такую веб-камеру. Так что вот это меня немножко огорчило. Ну, настраивается быстро очень. Чуть-чуть повернул, уже настроил. И знаете, от расстояния, вот я настроил, допустим, на полметра, ну, ближе, да, 10 сантиметров, 20 сантиметров пробую, и оно держит фокусировку. То есть, единственное, что не понравилось, это то, что нет автофокусировки. Так, во всем остальном, камера меня устроила, ее качество, все остальное, и микрофон, она с микрофоном встроена. Микрофон тоже, да, чувствительный, очень хороший, ну, с метра, с двух метров, он говорю таким полутоном, да, можно сказать, в полголоса, и слышно меня довольно очень таки хорошо собеседнику, если связь не балуется интернет, то все хорошо. Ну, заявлено мне 12 мегапикселей на фото 12 мегапикселей, а там, конечно, не пробовал снимать еще фотки, честно. Ну, думаю, будет 12 мегапикселей по-любому. Вот, так что вот такая вот вебочка, такая вот посылка.